Также Дмитрий Артюхов подписал постановление об учреждении премии для классных руководителей за большой вклад в воспитание обучающихся. Вместе с почетным знаком педагоги получат единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей, а также диплом лауреата премии. Кандидаты на соискание премии за большой вклад в воспитание обучающихся должны иметь стаж работы не менее 10 лет в системе образования Ямала, в том числе 3 года классного руководства в школе, представляющие к награждению. Среди заслуг педагога будет отмечена работа по формированию единых ориентиров в классе по отношению к национальным, семейным ценностям, здоровому образу жизни, чувству ответственности за будущее своей страны, региона, города или села. Важными критериями оценки работы классного руководителя станут повышение дисциплинированности и успеваемости школьников, консультирование родителей по вопросам обучения и воспитания. Будут приняты во внимание достижения учеников патриотической, гражданско-правовой, экологической, социально направленной деятельности.